родители предложили поступить в Ульяновский фармацевтический колледж, потому что для инвалидов по слуху выбора особо нет. И хотели, чтобы я была медицинским работником. Но, несмотря на скудность выбора, Диана не расстроилась. Девушка очень любит свою профессию. Уже больше года она работает лабораторным техником в Ульяновской областной клинической больнице. Вместе с ней в больнице трудится ее муж, который также имеет проблемы со слухом. Свои знания и умения Диана продемонстрировала на чемпионате по профмастерству «Обилимпикс» и завоевала бронзу. Среди участников чемпионата «Обилимпикс» три категории – школьники, студенты и специалисты. Победители регионального этапа отправились представлять наш регион в финале конкурса. В 77 компетенциях, направлениях Ульяновская область приняла участие в 15 и заняла почетные места. Региональная сборная была пополнена четырьмя медалями. Одно золото, два серебра и бронза. Золото мы взяли в компетенции обработка текста. Серебряные медали нам принесли специалисты и школьник в таких компетенциях, как вязание крючком и слесарное дело. И бронзовая медаль – это компетенция медицинский лабораторный анализ. Участников наградили целевыми сертификатами на дополнительное образование или покупку технических средств реабилитации. За первое место 100 тысяч рублей, второе – 75 тысяч рублей и за третье место 50. Чемпионат «Обилимпикс» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Это движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивирует ребят. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, УПРАВДА ТВ.